Ульяна Попова занимается волейболом почти 15 лет, продолжает семейные спортивные традиции. Ее папа тренер, у мамы первый взрослый разряд. Начинала с детско-юношеской сборной, а сейчас выступает за родной медицинский университет. 2 года назад она стала кандидатом в мастера спорта, выиграв чемпионат Рязанской области в составе сборной РЯЗГМУ. У нас очень активный тренировочный процесс, но наш вуз и наш ректор Роман Евгеньевич Калинин делает все для того, чтобы нам было максимально комфортно заниматься. И поэтому, в принципе, я не могу сказать, что мне было сложно. Скорее наоборот, это тебе придает еще больше сил, еще больше закаляет характер для того, чтобы стать хорошим специалистом в своей области. Сейчас в РЯЗГМУ стартовал внутривузовский этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Победители определят в 5 видах спорта. Это мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы и волейбол. Отбор будет проходить до 10 марта. Свою команду представили студенты всех факультетов вуза. Кому-то будет сложнее, кому-то легче, но самое главное, что из второй команды можно выбрать первую. Надо только перепрыгнуть через себя и сделать себя лучше, чем ты был вчера. До этого и все чемпионаты проводятся. Только на волейбольные матчи заявилось более 70 человек. Это 4 женские и 4 мужские команды. Лучшие поедут на заключительный этап в Казань. Это все проводится Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. В него входит более 400 вузов со всей страны. Поэтому это охват практически полностью всех вузов страны и очень престижные среди студентов соревнования. Илья Мамонов попал в сборную РЯЗГМУ на 3-м курсе. Тренируется 3 раза в неделю. Еще день посвящает тренажерному залу, а выходные – играм. Волейбол меня покорил, наверное, своей зрелищностью, потому что каждое очко, каждый розыгрыш – это отдельные эмоции, отдельный игровой момент, который нужно пережить. И даже если что-то не получилось, каждый раз после каждого розыгрыша нужно опять собираться силами и побеждать соперника. Рязанский государственный медицинский университет – это вуз здорового образа жизни, поэтому спортсменов среди студентов очень много. В прошлом году на фестивале спорта в Ижевске медики стали первыми сразу в 3 номинациях. Сейчас сборные вновь в отличной форме и готовы показать максимальный результат. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».